И первую веревку. Маршрут Федорова. 4А, да? 4А. Вот. Номер 2. Ты говори быстрее. Батарейка кончилась. Да нет, я новую батарею ставлю. Я в тепле держу. Работаем. Начинаем вторую веревку. Саша продолжает лидировать. Смотри. У меня уже нос поцарапан. Второй максимум. Раз, два. Подошел. Раз, два. Станция второй веревки. Саша начал движение по третьей. Вроде как 8 он нам сегодня обещал. Мы такие слегка задыхающиеся, но более-менее жизнерадостные. Стоим на станции. Мне задолбала шапка все время в глаза лезть. Так, если 8 веревок, то мы где-то треть пути прошли, да? Не хватает-то клемухи, конечно. Если 8 веревок, сейчас третья веревка началась. Ну, она началась еще. Ну, прошли мы четверть. Ну, про нас с тобой, по крайней мере. В принципе, лед хороший, нормально крутится, бьется. Навыки есть, вспоминаются. Дыхалки не хватает. Собираю станцию, иду весь день, дети мной. Явно не хватает и клемухи. Мы на пятой веревке. Вот такая красота. Юра там лезет. Идем пятую веревку. Ребята уже поднялись, плотненько спускаются вниз. Саша, пошел! Вот ребята уже поехали вниз. Молодцы. А у нас еще 3 веревки впереди. Фух. Все еще 5-я веревка. Вот такая красота внизу. Ребята уже почти приехали. Нам еще немножечко лезть. Весело. Средний. Нет. Еще 1,5 веревки. Ну да. Еще. Это веревка крайняя. Вот такой перегиб намечается. Со скалой солнышко.
Саша по-прежнему лидирует. Вот это вот мы уже успели сегодня пройти. Это 7-я веревка, да? Да. 7 по 50, ну где-то 300 метров мы прошли примерно. Вот наша станция. Саша крутит тур. Крайняя веревка. Вот такой снежно-фирновый склон. Ты стоишь, Саша. Опа! Ага. Ага. Ну вот эти, там 10 метров осталось пролезть. И финиш. В первую очередь, если вы пришли, да, я-то петлю знаю, вам надо ее всю облезть или протянуть и посмотреть, вот, ну, камень это лежит или перебило там ее, да? Острые вот эти углы все, я их обычно сбиваю этим... Камнем, молотком. Молотком, да. Все, подблокировали веревки, концы там завязаны. Ну, тянуть... Так, давай... За рыжую давай. За рыжую? Да, за рыжую. Ну, мы всегда просто привыкли за рыжую. Так, смотри, тогда... Я узел делаю сверху. Сверху? Да. Кто-то снизу. Мы снизу привыкли. Ну можно снизу, но тут просто чтобы он повернулся. Мне удобнее типа так. Есть мы можем, момент, что он типа если ты снизу, он не прижимается верхней веревкой. Только из-за этого. Ну да. А там надо смотреть по рельефу. То есть делайте дубовый 50 сантиметров и каждый. Подтягиваю. Каждую обязательно, потому что когда замороженные, прям пипец. Все, протянули, ага. Полтинник, чтобы был минимум. Ну, бывает, не хватает тебе, но не меньше 30. Вообще, рекомендовано 50. То есть протянули, да? Мы можем здесь... сейчас узел вниз сразу за камни пустить. Вот видишь, почему я вот... Так, ладно. Давай мы вот этот узел уберем за узел, веревку. Все, нормально, хорош. Вот так. Просто тут надо посмотреть, чтобы он вот эту херню не прицепил, да? Крайне, кто будет идти, вот так проложит веревку или вот так. Давай просто узел уберем ниже камня. У нас же запас охеренный. Там на снегу уже... Вы тут щелкнитесь, ничего, я ее протяну, нормально. Она протягивается. Просто я знаю, что тут протягивается. Если нет, да, ты правильно говоришь, да. Лучше брать за рельеф. Ну все, собственно. Потом пощелкаемся и поедем. Давайте чаевать. Да, давай. Так, ну, мы на вершине. Собственно, за вашей спиной самая большая справа, это пик Корея. Справа. Вот справа вдалеке. Да, слева от нее Семагина, прямо изыскатель. Вот. И это все башни Короны. А вот этот ледник как называется? Коронский. Коронский ледник, да? Ну, там Аксайский сюда, Коронский ходит, там учитель. Класс. А вон самое первое, да? Хотя нижний Аксайский, ну. Вот, собственно, Семен Тяньшанский. Вон она, бача. И вон за бачей, кстати, вон он, этот, учитель. А вот учительский ледник, где китайцы это, того, ныряли. Ныряли в трещины? Ага. А этот пойдем. Готовимся к спуску, попили чаю. Давай покажу, куда спуск-то пойдет. Да я сниму сейчас камеру, я поставлю сказки, на карту поставлю камеру. Ну, а за пацанами пик Свободной Кореи. Вот этот. Кинь. Саня, повернись на меня. Бедро упер. Ну. Смотри, подошел. На руке заблочил, если у тебя нет этого. Прокрутил петлю, что ее не коцнули, да? Нормально. Ну, это моя, я менял, но надо проверить. Ага. Встал на самку, но ты пока жди, пока я не усилю буром. Ага. Все, ты просто на руку намотай. Да, намотал. И комфортно, давай на двоих наших просто сделаю вот. Ну, свяжи какую-нибудь восьмерку. Два узла. Почему два? Потому что один мы оставим при сдерге, а второй
Это будет заблокированная станция для Юры. Сюда. Ну, желательно. Ладно, давай вот этот. Желательно муфтованным это делать все. А. Вот так у тебя две-то. Ты просто это можешь снять всегда. Ага. Самострах. Но так как у меня подблокировано, я условно на страховке. Все, подщелкнул, позакручивал. Но вообще сильно близко, лучше его натиратить. Видишь, понакрутили уже. И вот, ладно, дырка, которая есть, в идеале свою, но видишь, слишком мало места уже. Ну туда надо раскапывать. Но лучше слабины не так много делать, да, ну уж как есть. Все, теперь мы можем скидывать. Смотри, спустил, он открывается тогда, веревочка. Все, и готово. Все, давай. На самострах? Да. Дюльпер свободен! Потом, когда будет мимо лететь, надо выбрать и завязать. Он будет тянуть, а ты просто держишь, и чтобы она не запуталась, ничего не завязалось с ней. Первый дюльфер. Ребята уже выехали, еду крайним. У меня включена камера. Не видно? Приезжай, помогай. Включена? Да. Камера провет. Аккуратно, тебе надо вот сюда щелкнуться с сама страховкой. А где все, он на этом торчит. Ну, спустись еще поднимем. Ниже. Ну все, за рыжую стягиваем. Я узел спустил ниже специально. Хорошо. Во, правильно, под вот веревкой. Во, пошла. Ну давай помогай. Да надо жумар для таких дел. Жумар жалко по этой веревке. Все тонко. Когда ты знаешь не в это, я прям беру жумаром херачу. Да? Ловите там край. Возможность. Летите первый. Ага. Надо поправлять будет. Затяжку. Да ты ее не найдешь сейчас. Она вниз ушла. Она с той стороны, да, ушла? Она ушла вот сюда, где серая веревка. Я тебя понял. Ну ладно. Да не надо, Сань, поехали. Потом найдем, может. А? Жду. Где? Где? Куда? Где? Где? Можно. Это он пристрахован, да? Да, вот у него две веревки к станции. Удерживает вообще. Но она вообще тонну держит, даже больше. А тут больше нормально будет. Ты чё? Если он рванет, то жопа нам всем. Ну, я говорю, это не выдерживает, да, вот это все. Если сколько такой рывок, его и вылетят. Нет, там если... Тут несколько тонн. Ну, имеется в виду такой статической нагрузки, там тонна с чем-то. Нет, статическая, понятно. Я имел в виду, если... Да если какие-то... то все, нам жопа все. Поэтому... Надо проверить каждую. Димон, видишь, дюльферя, это он их знает, он не парит. Ну, не знаю, мы всегда вяжем в незнакомых местах. Не, правильно, правильно. Мало ли, что там, сколько. Она может быть хорошая, на самом деле она может год там лежать. Не, это просто обновляет, мы за ними следим. Видишь, вот перевязали, потому что вот
Сейчас отпалило. Понятно. Не, ну тут если все ходят, знают, кто что вешал. Да, да, да. А так вообще, если, например, без хвата едет кто-то, да, и ты там, ну, не уверен, стоишь вот так, держишь, натяжение дашь, и все. Тема эта с хвата, не знаю, мне кажется, это просто тупо не время. Нет, время, чтобы ты понимал, что эту руку нельзя, допустим, никогда отпускать. Я когда еду там вот в диких условиях, на ужбе, например, вертикаль обязательно со схватом. Нет, это понятно. Я говорю, что, ну, есть же вот всякие там год позанимаются, у них все равно то и дело там они отпускают. То есть это на уровне где-то... Схват это безопасность, даже если, ты не отпускаешь, да? Тебе подскользнулся, упал, прилетело что-нибудь, и все. И все, и до свидания. Это просто безопасность. И камера работает. Да? Да. Ну, хорошо. Ну, может, пока ее вырубить? Надо вырубить. Второй дельфин. Ребята мастерят. Сегодня станция. Чудесная погода. Ты небо снимаешь. Это всегда небо снимает. Что красивее небо может быть? Наши люди. Замечательные рожи. Саня, интервью. Так. А, прямо сейчас, да? Готовься. Ну давай. Еху. Лови, Юра! Да не, далеко я не поймал. Близко ли хоть что-то там летело? Надо было кидаться. Я зато ее тут зубами держал. Ладно, перекинь через него, я через тебя. Разбираю станцию. Расческа. Брызжу. И начинаю спуск. Продолжаем спуск. Эта веревка еще одна. О, мне кажется, прекрасно.